На третьей очередной сессии Великоостюгской думы один из вопросов, который обсудили депутаты, избрание главы Великоостюгского муниципального округа в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и законом Вологодской области о преобразовании всех поселений. Согласно закону области о преобразовании муниципального округа, также согласно нашему с вами регламенту, глава Великоостюгского муниципального округа выбирается Великоостюгской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. 27 октября 2022 года конкурсная комиссия состоялась. Кандидатур было две – Александр Кузьмин и Александр Котельников. Предварительно комиссия в составе трех человек, назначенных Великоостюгской думой, и трех человек, назначенных губернатором области, под председательством начальника департамента внутренней политики правительства области Евгения Богомазова, рассмотрели проекты о социально-экономическом развитии Великоостюгского муниципального округа обоих кандидатов. Концепция Александра Кузьмина была рекомендована для реализации. Комиссия, рассмотрев программы обоих кандидатов по социально-экономическому развитию Великоустюгского муниципального округа, воспользовалась своим правом и рекомендовала к реализации программы социально-экономического развития Великоустюгского муниципального округа, представленную Кузьминым Александром Владимировичем. Эта программа, по мнению членов конкурсной комиссии, наиболее полная, содержит очень выверенный, понятный анализ ключевых проблем и социально-экономического положения Великоустюгского муниципального округа, а также в этой программе предложены, по мнению конкурсной комиссии, наиболее эффективные пути решения задач и решения вопросов, которые стоят перед руководством муниципального округа, ну и перед территорией. Депутаты Великоостюгской думы Надежда Удачная и Алексей Таратин высказали слова поддержки Александру Кузьмину. Каждый из кандидатов представил концепцию развития округа и рассказал о себе. Голосование по регламенту открытое. Для принятия решения необходимо 16 и более голосов депутатов. Если решение принимается, по остальным кандидатурам голосование не проводится. 25 депутатов отдали свои голоса в поддержку Александра Кузьмина, трое воздержались. Глава избран на 5 лет. Сегодня же прошла инаугурация избранного главы Великоостюгского муниципального округа. Я, Кузьмин Александр Владимирович, вступая в должность главы Великоостюгского муниципального округа, клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Вологодской области, Устав Великоустюгского муниципального округа и муниципальные правовые акты Великоустюгского муниципального округа, защищать интересы населения, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы Великоустюгского муниципального округа. Елена Павлова, Антон Карев, телеканал «Русский Север».